В соревнованиях приняли участие 18 команд, которые были разделены на две подгруппы. 10 команд первой подгруппы соревновались в служебном двоеборье. В ведомственном тире прошел турнир по стрельбе из табельного оружия. А на стадионе первой спортшколы силовики определяли лучшего в беге на 1000 метров. Также на стадионе прошли соревнования по легкой атлетике среди команд второй подгруппы. Здесь дисциплины были следующие: спринт на 100 метров, бег на 1000 метров и эстафета 4 по 100 метров. Призовые места распределились так. Первое место в первой подгруппе заняла сочинская служба ФСО, второе место у ФСБ, третье место у воинской части номер 69-793. Во второй подгруппе места распределились следующим образом. Победителями стали сотрудники воинской части номер 03-110. На втором месте представители санатория «Правда». Замыкает тройку команда санатория «Прогресс». Победителям вручены памятные кубки, медали и дипломы общества «Динамо».